и тут не о чем разговаривать. Наоборот, очень вот у нас дилемма. Где будет лучше, вот если соберется здесь все люди? Или когда в Андерлехте были? Вот я считаю, что здесь было бы получше много. Все. Так, еще шаг назад. Так, здесь кто хочет, Проходит конкурс в школе «Мой любимый город». И рисую ребенку на конкурсе рисунки. Иду. Так, а ну-ка, ну все, придется двигаться, к сожалению. Так, давайте я сюда. Давайте. Да, выше. Динозавриком. Что-то упало. Вот давайте, все, улыбаемся и машем. Машем, вот тут Серега уже видел. Вперед, Динамо! Вперед, Динамо! Вперед, Динамо! Вперед, Динамо! Нормально, это самое главное. Давай кулачок тогда. Ты, теперь папа, теперь мама. Бум! Ладно, надо поздороваться с главными фанатами. Парни, привет. Ну, допустим, а если за 2 минуты не забьют? Значит, за 3 забьют. Тут еще очевидно. А теперь давайте туда посмотрим. Там тоже видео или что, или фотка? Куда смотреть? Вот сюда, парни, давайте пятаки. Май, кого снимай? Чем? Мама, я на футболе. Сейчас я вам, смотрите. Первая попытка. Пошире. Раз, два, три, четыре. Набираем, подержать. 15 метров. Раз, два, три, да. Набирай. Спасибо, там на камеру не получится.
Супер. Спасибо. Прощаю.